Приветствую вас. Знаете, судя по тому, что вы пишете, ваша жена хочет от вас избавиться. Ну, то есть вы мешаете чем-то своей жене. Я понимаю, что это вам неприятно, скорее всего, будет слышать, но тем не менее. То есть вы своей жене мешаете чем-то. Но она хочет, чтобы вы уехали, чтобы иметь возможность делать то, что она не может делать при вас. Я бы здесь обратил внимание на то, какими с вами отношениями, обратил внимание на то, насколько она, я имею в виду ваша жена, удовлетворена, вот, условно говоря, ну, взаимодействием с вами. Я бы на это обратил бы внимание, потому что есть подозрение такое у меня, что вот хочет ваша жена от вас избавиться. Ну, не избавиться, конечно, может быть, да, в прямом смысле этого слова, но вот вы ей как-то вот мешаете. И если это так, вот, то смотреть здесь нужно именно на то, как вы взаимодействуете со своей женой, понимаете, какая штука, вот. Это вот то, что я могу вам сказать, опять же, на опыт психотерапии семейных отношений. На опыт психотерапии семейных отношений. Как вот они вообще образуются, да? Вот. Такая вот история. То есть вы поймите, что я не хочу там настраивать, грубо говоря, вас против вашей жены. Мне это не нужно. Я просто боюсь, что потом вы можете страдать, понимаете, какая штука, вот, поэтому как-то так, то, что я могу ответить вам, вот, на данный момент, преследуйте, что может, вашу жену не устраивать в отношениях с вами, вот, и соответственно, уже исходя из этого, вы сможете делать какие-то выводы, исходя из этого, вот. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопросы, вот, которые вы задаете. Ну, на вопросы, то есть, которые вы задаете. Я думаю, примерно так. Если вам этого недостаточно, вот,
то, соответственно, вы можете обратиться к любому специалисту за помощью, да, вы можете попросить, в общем-то, у любого специалиста помощи, и любой из нас вам будет рад помочь, любой из нас будет рад в меру своих сил, да, помочь вам с вашей проблемой и помочь вам как-то лучше разобраться в этой ситуации. Также я думаю, что вам имеет смысл подумать о том, насколько вы уверены в себе, вот, и уверены ли в себе, потому что есть ощущение, что вы как будто вот пытаетесь, знаете, ну, как бы так сказать, вы пытаетесь доказать что-то, вот. Я не думаю, что это хорошая история для вас, потому что все равно вы ничего не докажете, все равно вы своей жизни не докажете до тех пор, пока она будет как-то вот хотеть, ну, чтобы вы ушли, чтобы вас не было. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы ориентировались исключительно на себя самого, не на свою жену, да, у которой могут быть свои, ну, свои цели, а именно вот на самого себя, чтобы вы делали то, что именно вам хочется, а не то, что хочется, ну, вашей жене. Вот. Я думаю, это вполне справедливо, и я думаю, что вы этого более чем заслуживаете. Вот. Такой ответ. Не знаю, насколько вы его примете, но если вы действительно как-то сомневаетесь в себе, если вы действительно себе не уверены, то лучше все-таки в этом направлении поработать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.